электросамокате еду от Брайтон-Бич Эвеню в сторону пляжа. Вот Бодвок, многокилометровая набережная вдоль двух пляжей, Брайтон-Бич и Кони-Айленд-Бич. Прокачусь до левого края Бодвока, если смотреть на океан. Сегодня намечается день быть жарким. Еще утро, около 10 часов, а народа на пляже уже тьма, потому как температура уже выше 30 градусов, а будет, наверное, 36-38. В основном настил на Бодвоке деревянный, но местами и бетон. Деревянный, вот по диагонали деревянные такие, брусья лежат, на них трясучка сильная, если едешь на самокате, а бетонные участки гладкие. Это синяя металлическая гибкая полоса, дорога к пляжу. По ней идти намного легче, чем по песку. Но она не до самой воды. Какую-то часть дороги приходится идти по песку.
Атлантический океан. Надо смыть соленую воду с тела и песок с ног. Прокачусь по Бодваку, чтобы немного обсохнуть. Рестораны для русскоговорящего народа с Брайтона. Татьяна Грил, Волна. Видео снято 360-градусной камерой Insta360 One X2. Режим съемки 4К 50 кадров в секунду.
Первичная обработка произведена в программе Insta360 Studio. Окончательная в программе Adobe Premiere. Спасибо за просмотр.